Святая Ариадна была рабыней старейшины города Промиссии, что во Фригии, Тиртилла. Во время то правил император Адриан, а посему во всех городах империи главенствовало идолопоклонство. Как-то однажды Тиртилл в честь дня рождения сына своего устроил жертвоприношение языческим богам. Вот только рабыня Ариадна отказалась участвовать в нечестивом торжестве. За это ее подвергли побоям, да еще на дерево подвесив, рвали тело ей острыми железными крюками. После истязаний бросили мученицу в темницу и долгое время морили голодом, принуждая поклониться идолам. Так ничего и не добившись, святую Ариадну отпустили из заточения, и она ушла из города. Но Тиртилл, так и не простивший рабыне свои неповиновения, отправил за ней погоню. Услышав преследователей, Ариадна взмолилась Богу, чтобы он защитил ее от врагов. И тогда, по божественному провидению, скала рассеклась. Святая вошла внутрь камня, и половины за ней соединились. Чудо это привело преследователей в смятение и страх, и они в помрачении ума, изранив друг друга копьями, погибли. Так Господь избавил рабу свою от рук нечестивых. Первое октября. День памяти святой мученицы Ариадны Промисской.